отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка-вонючка! Это заклинание еще не готово. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Ебанутый проб, блядь, пиздец. За своей слизью, блядь. Нихуя мне тут щиток на ускорение дал. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Слизь снова потекла. Липучка-вонючка! Так, кто же кого съест? А, я понял. Ядовитой слизи. Липучка-вонючка! Че мы, кстати, по КД без Гера играем? Че, не могу. Да. Можете дать сейчас. Да смысл, сейчас проф же будет. Откатится до проф. Вот сейчас этот съел, но у него один хуй 300. А походу похуй, кто кого съел. Взрыв получается на каком? На пятом, что ли? На пятом. Надо попробовать сводить, знаешь, каких? Типа по два стака. Тех, у которых два типа стака слизня. Собирать второго еще, также по два стака. И сводить. Так. Ну вот сейчас... Так, 4. Сводить 2 по 2 и, наверное, должно получаться 4, да? Ну, типа, нет, должно получаться 2. Может даже и 3. Может, а может быть и 3. Ну, проверять надо. Ой-ой-ой-ой. Хорош, все, я ливаю с гильдии. Нет, так это не героическое же. Что там, травма, блядь? Опять. Теперь будет и обычная, и геровская. В две руки. Я не знаю, мне мини-волонир нравится. Ну, волонир. Мини, блядь? Мини. С ТТГшки. 50% все нажимаем. Шип. Так, это бесполезная хуйня на распыл. Сколько нету, я так понял. Да, сколько нет. Так, хукмастер. Что будешь делать, водить или в кукле? Или рарника с пепнем? Бахните же в свою клавиатуру. На говно в банк скидай. Так, ну води. На профи там это не ебланте, вот это. Давай. Ассист биг дему. Шалфир водишь РДДшников в кружке. Биг дем водишь миликов в квадрате. Вот. Кто тупой, смотрим на эти метки. Так, а на хукмастера мы поставим... Поставим... Ромбик. Чтоб было видно, куда он бежит. Милики, смотрите, там колбы не ловите. Тут залейте жуков. Или они залиты. А вроде нету жуков. Пошли.
Так, ну давай, мастер, готовься. Даю отчет. 5, 4, 3, 2. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штам чумы, который уничтожит весь Азерот! Holocast. А что там слизня замедлить? Нету раги. Это появилось прямо. Ложимся, здесь политику. Заходите в лужу, падайте. Это не получается у ребят без руководства. Да какое руководство? Не, там просто отлетели не в ту сторону. Там не отлетели, там, ну, отлетели и не сбежали, блядь, это не. Да, мы добежать даже до мили не успели, до оранжей. Успел. Ну, первого слизня, значит, у стола будем ждать. Вот и все. Отлетать в центр. Слизня, в принципе, не так много хп, так что зальем. Резайте локу, ставьте шкаф. Под столом его подержишь, этот самый лукмастер. А то пока раги нету. Тыкайте на сумму. Стой, история у меня есть. Маслом. Че, ставлю рыбу? Да не за что. Служа разольется, если что, отведешь, потом обратно к столу подведешь. И все эмилики к РДД, РДД к этой стенке подбежите, чтобы слизень до вас дольше шел. А когда слизень будет сбегаться, будете вставать сзади, ну, сзади спины слизня, чтобы отлететь в центр комнаты. И все, и там добьем. Раунд. 5 секунд. Что-то вы там переписываетесь, что там, блядь, вообще люди хотят? Там ГМО. Какой-то срач из-за того, что не собирают ГМО. А кто срач начал? Новенький, что ли? Майтай. Так, а чё он с нами целка пошёл? Пусть идёт ГМО.
Муай-тай, мне показалось, он приз тут начал. И там еще вар, по-моему. Не, начал вар, короче, спросил, типа, что... Это, гильда не ходит, геймоб. И остальные рейды. Ему написали, что это не актуально. Бегают там и после или до РТ. Свободное время. Ребят, не стоим в луже, выходим сразу. Все, обратно под стол подводи, где босс стоял. Все, и там стоит. РДД к той стенке, подальше от зеленого. Муай-тай, выйди с лужи. РДД к той стенке отходите, вы слышите, нет? Шалфир, отведи их. Ты сам у слизня зачем стоишь? Нету раги на плевок. Вот, теперь за спину слизня забегайте. Один хуй вокруг, смотри, все стоят. Слизня бейте. Пиздец, вы его не бьете вообще. Босса бьют, ну. Я хуею, блять. Вы будете слизня бить или нет? Мой навен, блять. Все нормально, так он был задумано. У меня баба есть. Там рейд пиздец просажен. Берегитесь. Красный, готовимся. Уводи. Красного зерга. Муай-тай, беги! Беги! Прям через колбу, блять, кто ты? Буквально. Муай-тай, хэлла, ровист, пельмени словили. Кружок нахуя стоит? Встаньте в кружок, нахуй, если вы не видите, блять. Летели, по-моему, метки. Какой может быть геомоб, нахуй? Он на шалфере есть. Кружок, он. А что там чел делает? Берегитесь. Вот сейчас слизень вас откинул, вы возле него вот... Вардаунт, нахуй, не должны стоять, вы должны отбегать, нахуй. Бля, ну ты бомж, ну пиздец. Чё, нельзя было в рейд два прыжка сделать? Рови стресс и мордаунта. Гоните что ли или чё, бля? Вставай быстрее. Кэлла, став ТТМ, мордаун, гейм на ману. Красного убьём. Будем стопать, готовьтесь. Еще зеленого бить будем. Берегитесь. Стоп, стоп, стоп. Стопайте по боссу. Шалфир, если что, будешь доводить. Интел, не лови пельмени. Смотри, там 2%. Не бейте босса, уйдите, милики. Сейчас все по зеленому играем. Мне еще лужи надо успеть выпить. Вот эти вот. Сейчас последнюю лужу добиваю. Слизня доносите и переводите. Все, переводите босса. Как мастер первый потанчишь. Против часовой так и поведешь. Пока что Геру не давайте, сначала люди подбегут, дадут бурсты, потом уже дадим Геру. Смотрите, колбы не словите, то ДПС в ноль превратится. Так, люди подбегают, все, давайте Геру. Не веди, ну нету колб сейчас. Смотрите, когда колбы, стойте в ебале. Если будут колбы, блять. Так, лужа. Пельмени не ловите.
Ниже поставил, нет, он колбу. Вот сейчас через секунду, говорит, поставит. Он колбы поставил, отводи. Что там на тебя? Так, 3-4 забираю. Все, Войда хилим. Берегитесь. Пельмени отбегите. Лужи отходим. Колба 7 секунд еще. Милики, ну в луже не сдохните, ну что за хуйня, ну. Колба 2 секунды. Поставил, отвожу. Ебать. Сейчас бах колба. Да. Че, реально? Нет. Не до танка пуха. Скаф поставите там. Завоеватель, покоритель. Надо кому-то. Возле совета шкаф. Покоритель. Покоритель никого. Последнее желание надо кому-то. Успел заберу. Она навара на танка вообще канает, не? Не, залупа. А, ну понял. Она ни на кого не канает. Понял. Вон на канала там надо две дырки сделать. Тогда может будет канать еще. Это у нас статов нихуя не дает. Как не три дырки, блять. Наверное, три даже. Ну там она какую-то залупу дает. Беспонтовую. Бля, куда ты полез? Хорош, лучший. Вы что делаете там, сука? Контроль тема бов, чё вы, блядь? Сдохнуть все решили? Примораживайте, сука. Давай войско. Хукмастера не уроните, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Оббегите, чтобы вас не уешила эта хуйня по КД, блядь. Цепи. Ну все, советника выберите, советника зергаем. Давай не зыбку, Хокмастер. Блядь, бичи, сука. Нахуй вы так делаете? Я пиздец, я в ахуе просто. Я не знаю, блядь. Ну примораживайте, эфиряйте мобов, нахуй. Этот, хулипал. Дай там массакрух, бабл. Ферни какого-то ебаного моба. Дайте им сало, блядь. Стан роги дайте, блядь. Залупа какая-то, блядь. Чё вы хуёво так пулите? В чём проблема, блядь? Кто так спулил? Мастер, что ли? Муай Тай. А нахуя ты спулил, блядь? Это видео, видосик смотрел, когда он на велосипеде в эту стройку въехал. Вот, там я сделал. Аналогично. Это все весело, конечно, но я не понимаю, блядь. Я въезжаю в стройку и побежал, блядь. Резать иману как-то на ходу, инра заливать. И вот инра 2 без КД, блядь. По хэлла ебаните там инр. Сколько у тебя экспертизы? Хуй знает, 37. 37? Ага. Все, не бьешь босса больше. Давайте. Или прист оковы, или друид, что-нибудь там есть? Не, я просто заметил. Он без хардкапа, и его не слаживают, в отличие от паладинов. Так, блядь, дело-то не в хардкапе.
Дело в ХП в его. Ну, что у него 70. Навыки плюс шмотки подобраны грамотно. Дело воли мертвых, все остальное хуйня. Давайте ромбик. Сейчас, короче, кинешь оковы вот лейтенанту ближайшему с правой пачки. Остальное что побежит, захуярим. Да ёбаный в рот, ну куда? Только не агри второй раз. Вы дебилы совсем? Пиздец, блядь. Съёбывайте вниз, все. Примораживайте эту хуйню, съёбываем. Давайте, ПВП играем. Я ебал эту хуйню, танчик меня сложит просто нахуй. Примораживайте. Сейчас выберем моба, ну вот рослого советника, вот давай, вот череп зергаем. Все, бегайте от них, я ебал их танчить. Примораживайте, катите, я хуй знаю, что-нибудь делайте, блядь. Если кого-то пиздят, кричите нахуй. Ну, второго командира давай. Давай сюда его, блядь. Смотри, хукмастер уже минус, блядь. Один остался. Ражника все-таки убили. 45 залетело, я не смогу. Ну все, я считаю, чемпов и ВК мы пройдем. Ну да, блядь. Это все из-за того, что Войт в начале рейда сказал, сейчас на изи пройдем. Если ты, пожалуйста, там, пиздец, бежать. Короче, нашли крайнего. Так же, как и всем. Спасибо. Кого будешь хукмастер тут танчить? А может все-таки бидона заменить на мистери, нет? А, да, пускай, пускай заходит. Может, мистери уже забыли. Может, туда уже во второй рейд пойдет. Ну, может быть, да, можно и во второй. Да, то у нас на второй рейд людей не хватит. А, ну вот, тем более синтек еще может зайти. Может, у него твинк есть. Ну, в натуре полгильдии, когда сейчас повешаем, а второй рейд хуй пососет, блядь. Будет вообще весело. Ну, он говорит, его не будет во втором. Ну так раз тебя во втором не будет, какого хуя ты молчишь, блядь? Я же говорю, говорите об этом сразу, блядь. Да кахули ЛС, блядь. Я не, ну... Ой, блядь. У меня эта хуйня прокручивается, я туда вообще даже не смотрю, блядь. Он пропускает. Надо в Диси говорить эту хуйню всё. Я не помню, блядь, даже что отвечал, блядь. Это, наверное, на автомате. Давай синтека берём. Пускай лучше он, блядь, в хиле, хил ФДД. Бидона мы выкинем. Сколько мы боссов с бидоном убили? 4, наверное. Где ракист? На ком хокмастер будешь?
Или спекнуть этого равника третьим. На Келе. Так, я тогда на двоих. Да, ты хил. Да, ты... Ну конечно хил, тебе ж травму дали. Отрабатывай, ну. Равист, блядь, где? Чё, всплеск пусть зачарят. Ой, блядь, похуй, короче, это. Ставлю рыбу. Принимайте пока что. Хант на кинетике. И кто там еще слабый? Максим и кто еще? Кто из них мало еще? И вот этот. Ну и Хэлла пускай. Ну там, если будет совсем хуево, то да, шары бьешь. Если совсем хуево, то помогайте им там. Дает счет. Мастер, давай, готовься. 3, 2, 1. За угол запеки, он к тебе подойдет. А потом выйти, чтобы не рос. Две секунды смена цели. Вот это надо было сокру давать, не ты давал? Хорош. Не давал? Угу. Вот то, что вы вздыхаете, это то, что вы рейндж не набрали. Там хукмастер умрет, что вы делаете? Ой, блять. Сука, вас. Вот вам нравится, да, когда вас хуесосят говном поливают, да? Пидоры, сука. Ну не бейте нахуй. Ну вы, если вы уёбки, не бейте, блядь. Шары эти ебаные, блядь. Ой, да хилим сейчас, частицы перевесь. Всё нахуй, пизда. Уйдите нахуй оттуда. Не бейте, ничто не делайте. Отдайте ему келесита, блядь. Говно ебаное, сука, блядь. Ну когда там жди, блядь. Вот кто такой тупой пидорас, блядь? Кто черные сферы бьет? Кто АУЕ туда кидает? Уёбки, блядь. Потом, блядь. На ком сферы? Просто подойдите к хукмастеру, пусть заберет их, блядь. Это либо новенькие какие-то, либо кто-то долбоёб, блядь. Блять, если вам каждый раз, нахуй, вот так каждый раз люди новые в рейд приходят, если каждый раз вам рассказывать всю тактику, нахуй, это рейд будет не 2 часа, нахуй, а 4 часа, блять. Так что сейчас, кто новенький, блять, будьте добры, нахуй, прочитайте на добровольной основе, блять, тактики в интернете, нахуй, на этих ебаных боссов, блять, что обычку, что геру. Если вы вообще хотите играть, нахуй. Если вам нравится такое говно, нахуй, я узнаю, кто это хуйнёй этой занимается, блядь, вы просто покинете гильдию, блядь. Пидорасы, блядь. Я чё по рекламу тоже посмотреть? Что там делал? Ну как сейчас посмотришь, там нахуй все уешили. Ну вот и посмотришь, сколько у нас сферы бахнули дамага, вот и все. Ну. И посмотришь, кто это делал. И каким ударом. Там же вон, о. Уже посмотрел. О, уже все понятно, блядь, кто там хуярит. Вот сейчас Келя, никто не трогайте. Череп этот, блядь. Чё там, агро вообще есть 300 агро. И на разолите, если можете. Попал. А, рот, блядь, ебаную воронку эту.
Все добивать уже лям, хули, сейчас будет кто там талдаром, он добивать. Не, представляете, насколько я охуел, когда узнал, что у меня в таргете вороночка, это ебучая сферка. Я думаю, да ну нахуй! И все, и волю понесло. Лупасить, да, лупасить его, да. Ну, 200 тысяч нахуярил по сферам, блядь. Почему на него нахуя-то повесил? Убейся. Семечку еще туда кинули бы. Убейся бы. Да я охуел, реально. Блядь, крестику череп вроде нажал, блядь, потом туда-сюда отвлекся. Стою, утюжу, блядь, этой нахуй пытой. Поворачиваюсь, бля, смотрю таргет, думаю, да ну нахуй. Просто на рандоме въебал, да? Да как? Да промазал, блядь. Ну, сорян, реально, блядь, так скажем, не сфокусированный был. Это называется, блядь, на кого бог пошлет. Ну, сейчас пацанов там разъебет. Танк встанет, что ли? Вы что, не умеете пулить, что ли? Выпуливать этого сорянного хрена? И просто танк встанет и вас разъебывает. Вы же мобам ничего не это самое не контролите. Таунт когда еще? Ошеломление, да. Вообще вакханалия какая-то, ну полная залупа. Я заебался на каждой пачке трэша умирать, нахуй, просто. Ты потому что, просто... ты имей в виду, кто у тебя танчит? ДКшник, который одну цель только агро набирает нормально. Вот он получил стандарт. Блядь, три разбойника так, и хант, блядь. Ну, а они не напуливают, они хуй поклали. Чат, смотри, видишь, на пол полетел, все, выживайся. Нет на пола, блядь, чит просто, и всё, автоатакой, блядь. Рукмастер, это же не танк, массовик. Он еще и это, не сказать, что опытный. Ну так чисто это, потыкать ЛПшку. Вы смотрите за ситуацией, потому что, блядь, если вы будете так вырываться, то на чили, как будто у вас топовые танки тут играют. Вы будете дохнуть по КД, блядь, это же, ну это же ваше время, блядь, сами должны это понимать. Сейчас вот, блядь, меня надо похилить, наверное, да, вот кто-то похилил. Ну вот, Рока на поле, на рогу. Все отлично, можешь вырываться. Так один мог. Идет, блядь, действительно. Врывайся, как раз, блядь. Вы заебали с этой хуйней на пол, на себя. Вы напуливаете, блядь, когда... Вы, блядь, одного этого... Танк не может одного моба держать, что ли, еще? Не может. Вы что сейчас распизделись, блядь? Но я заебался умирать. Я каждую пачку трэша, я лежу, нахуй, потом встаю. Я реально заебался падать. Ну, дизмораль уже какого-то. Ну вот это получается... Это получается, смотри, какая дизмораль. Вот танк один в гильдии, это я, блядь. Почему у вас танков нету, блядь? Где ваши танки, блядь? Чего вы не хотите, чтобы вашу жопу чистили там, блядь? Начищали, в смысле, мобы? Я один стою, отдуваюсь с этими мобами, блядь. С боссами, с мобами, со всеми этими пидорами. У тебя уже травма. Ты 99% из 100% уже в хиле. Всегда. Все. У тебя травма. Синтек нам вообще, блядь. Забудьте совет. Он потанчить хочет. Давай, нахуй, я на эрдру захожу, ты на мишку, нахуй. Мишка тоже заебись танчит, только надо, блядь, тоже быть, ну, понимать. Надо досконально понимать, потому что... Ошибки, блядь, на боссах, они квайпы приводят. Не, танки-то есть, только они не резиновые. У нас, как неизвестно, два рейда. Да, а тебе там чё? Я понял, блядь, да? По-другому не получается. Просто по воле случая танчат те, кто должен дамажить. Ну, если по сути, тогда только один Войд и я, Лингрен. Ну да. Остальные не танки, да, так и есть.
У нас ДЦ нету постоянно. Вот меня разъебывают сейчас, что-то меня сейчас разъебут, блядь. Я в пауке. Да, а что, сука, сдиспелить нельзя, алло, блядь. Ебаный пауков. Вот этот не диспелится. Пауки не диспелятся, Войт. Почему? По-моему, диспелились. Этот здесь нет. Вот эта хуйня здесь не диспелится как раз. Это неизвестная магия, короче, ее нельзя диспелить. Йо. Вот. Блять, опять цепите, ебаные. Да неплохой, нормальный, на трэш. Без воли мертвых на боссе хуёво ему будет. Я там на ютубе одному блогеру написал, он гайд на ДК-танка делал. Расписывал там что-то полчаса, какую-то хуйню молол, блять, рассказывал нахуй. Я ему говорю, ты чё, говорю, нахуй. Билд без воли мертвых нахуй. Я говорю, ты чё, говорю, долбоёб. Я ему пишу, блядь, воля мертвых так и так. Он потом вторую часть гайда сделал, блядь. Не помню. Осознал свою ошибку. Он там, да, он говорит, вот там, блядь, мне подсказали, там из источника, блядь. Давай расписывай. А что за стример? Хуй знает, я не помню ник, блядь. На ютубе какой-то челик, блядь. Потом он... БДК гайд вторая часть, нахуй. Сука. Ну потому что 15% снижения урона, это тебе, блядь, на полу нигде не валяется, блядь. Такого ни у кого нету на ЛК, блядь. В остальных трех танках. Кухмастер, на первой взлетке не зыбку даешь. На вихрь. Так. И Муайтай Массакру даешь на первой взлетке. У тебя есть обмена бабла? Ну, в принципе, там с баблом дашь. Так. На хп будут на первой взлетке давать, но на сена мордаунд и хилы, блять, давайте. Вот это для Геры то же самое, сейчас я вас, блять, расставлю нахуй. Имейте в виду, на взлетке к хилам, вот к этим меткам, не подбегать, блять, потому что если сдохнут хилы, сука, то вы тоже все подохнете, блять. Так, а кто у нас там? Так, короче, этот... Значит, Муайтай. Муайтай. Давай в треугольнике будешь стоять. Мардаун будешь стоять. В ромбике. Сейчас не бегите никуда, сейчас не вставайте, блядь, спулите еще нахуй. Этот самый. Эновен, ты будешь под боссом стоять, там автоатакой бить, а на взлетке в центр твоя метка. Синтек, твоя метка, звезда. И кто там еще? На сену твой кружок. Блять, у нас Эршама нету. Вот. Карла не вариант. Чего? Да, он тебе в личку пишет. Карла, вот и есть вариант, и люди не против, можно поменять местами ГМХМ и ЦВК. Так, на взлетке особое внимание. Забывайте про свой ДПС, про всю залупу, только укусы не забывайте. И хилы стоят по меткам, остальные все от меток далеко стоим. 8 метров, нахуй. Вот 8 метров, чтобы вы понимали. Это вот как медведь от ромбика. Отойди на 8 метров от ромбика, покажи им, блядь. Вот примерно вот так, блядь, рейндж надо, чтобы вы не сдохли, сука. Иначе вместо 15 тысяч стрелы вы получите 30, ну, 2 стрелы там пролетит. Это по сейвам, значит, хукмастер на первой взлетке не зыбку, и Муайтай эту самую хуйню с мастераурам тоже можете оба поставить на тьму. Рарник там на третью поставишь. И этот Айновен на второй взлетке моя не зыбка, твоя аура и Т4, этот, блять, как он, сакра. Аура только. ХП, это присты перед пулом на себя эту кидайте, защиту от страха, и сдиспелить надо будет точечно человека, который будет бежать с тенями перед фером. Два приста нано и мордаун на первой взлетке на хп читайте, АП со шалфером на второй взлетке на хп читайте. Не проебите там никого, ни укусы, ни... ну укусы в основном, блять.
это, на взлетке, когда вихрь кастуется, не жмотьте маги глыбу отдать. Хэла себя хилишь, Акиса себя хилишь через сыпуху, тебя хилите. Локи, защита тьмы, заслон от тьмы, вот эту хуйню прожимаете. И похищение жизни в лану кастуете. Ну, друиды, соответственно, этот самый. Вот сейчас раскину в разные пати, блядь. И вас, пристов, тоже. Вот так вот. Шаманов тоже раскидаю. Так, шаманы там есть по пати? Всего два. Давай, знаешь кого? Вместо Синтека мы закинем сюда Акису. Ну, он в Энхе. Он даст тотем трепета. Вот третья, четвертая пати у вас... А, нет. Только четвертая и пятая пати у вас есть тотем трепета. Вот остальные там в третьей пати, смотрите, блядь. Чтобы не забежать в фире этот самый в лужу, лужи по стенке разливайте, то перед тем, как босс побежит в центр, подбегите к луне поближе. То есть централизуйтесь. Тут и масс диспел дадут шипешники по вам. Что-то мне Фарл написал. Ты установи себе этот, как он, вим-чат, ну, для лички. Ты ебал этот чат, блядь. Все, принимаем готовность. 5 секунд. Новый баф курицы еще. Так, все готовы, даю отчет. Вы что, сука? Какой ебаный? Это Муайтай. Муайтай, ты тут? Ты долбоёб? Ты скажи мне, пожалуйста. Куда ты такой взялся, блядь? Ты что, блядь, две недели играешь или что? Нихуя совсем не понимаешь в этой игре. Так, сходим. Бля, родной, ты меня, конечно, извини, но ты просто сидишь, орешь нахуй, что все заебали долго двигаться, и мы сидим уже просто полчаса возле ебаной ланы нахуй, понимаешь? Ты имбецилам объясняешь, сука, обычное, блядь. Я, конечно, все понимаю, но я заебался, я зевнул уже сегодня больше раз, чем нахуй за неделю, наверное, блядь. Ливни, в чем проблема? Вот поверь, вот я это вот в эту ебаную далеко не долбоёб, нахуй. Вот эту залупу играю уже, сука, больше 10 лет, нахуй. Просто ждать вас в натуре уже заебался, блядь. Сейчас я это сделал не специально опять, нахуй. Потому что я сижу и ебланю, как дурак, нахуй. И уже не знаю, чем заняться, блядь. И от этого пулю, нахуй, босса, блядь. Кошку погладь. Хорошо. Нет, собак. Хорошо, это нет, самое. Змея можно погладить. И вот сейчас какого хуя сдох? Ну, нихуя не смешно, ебаный в рот. Ну, мы в натуре уже 2 часа сидим в этом ебаном ЦЛК, блядь. Блядь, так пиздуй тогда в другую гильдию, нахуй. Да я не орал, нахуй. Ты орешь, сидишь, меня пидорасом выставляешь. Я вообще молчу, сижу, блядь. Да, базара нет. Въебался 2-3 раза, я не спорю. Я сижу и признаю, говорю, да, я... Блять, замут его, ну, нахуй, давай босс уже купить, а не пиздец. А нахуй, пацаны? А нахуй ты, блядь, давай... Ну, 2 часа в натуре сидим уже здесь, нахуй. Ладно. Я не агрессирую ничего, никого, хуесосом не выставляйте, просто по факту говорю. Ладно. Хуя ты всю гильду имбецилами назвал, ты нормально, ладно. Нет? Ладно, все, иди это самое куда-нибудь. Сейф первый я сдаю. О, не сдиспелили. Или лужа была по центру. Ложитесь. Заново. Да вроде бьем. Нет? Минус 2. Укусы есть, укусы-то есть. Ну, ну давай, укусы же живые. Давай попробуем. Там этот самый Синтек что-то падал. Я вообще, кстати, удивляюсь, почему Синтек в танке. Синтек в танке? Да, это у меня показывает. Это из-за того, что кик. Да нет, вроде хилит. Не-не, это из-за просто того, мишку что... прыгнул для этого. Это из-за того, что кикнул, он раздвоился этот, как он его фрейм. Еще покусить, чтобы побольше было хила. С Ивана второй взлетки не будет, я сдал на первый. Место я дам на второй.
Главное, чтобы на хп... И маз дам на второй только, и все. Пэса с шелфиром дали. Стабилизируйтесь, нормально все. Все, да. Я что-то, блядь, падать уже хотел. Да у меня этот... Ну ладно. Показывает сейчас, что вот спирит и хэла лежит. Да-да-да. Кусать. Верно. Кусать ДД. Нормально ответил. Да, блядь, походу челик из экзальтинов, где инсты за полтора часа проходятся. Поэтому такая вот хуйня. Что-то по нему незаметно. Так если бы не было вот таких ебаных поступков... Это идите с центра, не убейте меня. На хп читайте, шелфир пс читайте. Я топу, больше никто не успел написать. Шоки кидаю, все, выжили, окей. Я кисуку что-то... А он Геру, дайте да убейте. Он уже укушен вроде. А нет. Так, все укусил. Ну Intel нахуй, он кусать не умеет, он новенький. Убейте, убейте его, убейте. Intel, убейте, шотники. Ну, Intel меня убил. Ну, я говорю, надо его раньше убить. Вы пока пиздели, ага. Блядь, я прослакал в начале укус, я начал кусать того, блядь, кого попал просто, блядь. Быстрее, 30 секунд доберся. Да хули, я сразу... А, вот... Сразу мут нахуй кинул, блядь, челу, блядь, и все. Да, да, так я его... Я пока слушал, я думал, может, что толковое скажет. Потом кикал его, блядь. Потом еще в гильдии искал эту кнопку исключить, блядь. Думал, уже все, похуй. Я от него, кроме того, что он вылетает, вообще ни хрена не видел. Да, сред по 10 минут. И постоянно выходит, блядь, когда перед пулом, блядь. Ну все, попрощались с ним, и все. Спасибо. Сейчас только тело надо бы какое-то найти в рейд. Чел просто пуляет босса, блядь, раньше времени, нахуй начинает орать, блядь, что нахуй него, блядь. Он зевает, он зевает. Лучшая защита — это нападение. Ну, блядь, типа... Налетел тут, ну. Войд. Это, а что, вам человека не хватает? Да. Могу зайти, залохо. Сука, а во второй рейд кто у меня пойдет, нахуй? Могу ДКшником этим пойти. Там. Сколько ты ДКшником даешь? Ты ж 10 даешь? Да не, ну 7-8. Не, ну если стоять там... Давай, блядь, лучше ДКшником заходи в пизду. Лока на второй рейд оставь на воскресенье. Ну давай, ты пойди сейчас. А то он анхолик? Да, анхолик. Ну, мы шапешники немножко задамажим для тебя. Для тебя. Ну да, я анхолик. Ну, мне Питон сделал ветку. Таня, так какой уже по счету сколько? 37. Так, ну хэлла тогда а дам. Сейчас рейд упала. Хэлла в хила опять спек начал. А, нет, подожди. Еще неделя две. 5 было 37. В лучшем случае. Ну еще Гера. Так в Гере же падает с каждого почти, да? Ну там бывает, когда тоже как повезет. Разнику было, падало всего там 3 что ли с Гера с 8 боссов. Ух, мне тоже осколки на Волнир падают. Вы там, а на ДКшнике сколько падает осколков? Вы там суманете ему, нет? Да, я все уже тут. Ага. Сейчас готовьтесь прохилить. Все, баффа у всех. Полкомнат только не бери. А вот анхоли ДК в танке плохой? Хуёвый. В РБК нормальный. Там только что воли мертвых нету, а так по пачкам трэша хороший агро. Ну от магии там защита есть прикольная, панцирь там. Ну панцирь там немного погашает.
А это, а если гибрида там как-то его сделать, тоже плохо будет. Вот мой спек, посмотри, такой надо спек, если боссов хочешь танчить. Сделать обычного ГДК, да. Кстати, но в ГДК же играют без воли мертвых. Почему с воли мертвых? Разве? Ну, там видишь, пора. Вот посмотри, у Хухмастера сейчас билд. У меня на ДКшнике два. Один как у Хухмастера, второй как у Вайда. Потому что иногда надо трэш там где-то потанчить. Я меняю периодически. Вот, но боссов танчу с воли мертвых в основном. Я не заморачиваюсь, мне еще похуй. Буду еще. Ну, когда ты один там в какой-нибудь там в той же каре, например, трэш чистить, там дохуя его, и ты просто, ну не хватает тебе на игру. Да просто больше времени просто дают и все. Или по одному мобу сливают. Там одного моба достаточно слить, поиграть там 10-15 секунд. Его сливаешь, и потом уже можно уешить спокойно. Даже с таким танком, как у меня. Сидел, молчал, блять, уёбок, вылез, блять. А, не, пизжу, у меня второй тоже с воли мёртвых. У меня там этот не вкачанный мили хоста. Ну, там, выбор. Типа, чтобы лужа откадашилась. Да, да, там, типа, и был выбор, либо не вкачать воли мёртвых, либо не вкачать мили хосту. Ну, хоста получишь, конечно. Ну, например, на то я вот под эту под погибель делал, чтобы там и трэш можно было затанчить, и это. И потому что там милишники нахуй нужны, там РДшники. Но почему-то на ЦЛК ты фулл с этой, блядь, с этим билдом ходил? А в ЦЛК я на трэше с этим билдом, а на боссах я спекался. И ты забывал спекаться? Очень ну, иногда, много раз. Иногда, да, иногда было. Очень много раз ты забывал спекаться, я половину боссов бил без милихосты. Мне было очень грустно. Эти минор, что ли? Конечно. Там станы, давайте по этим овам хотя бы иногда. Вихрь. Что-то никто не дает. Дизарм? Дизарм на вихрь отменил, что ли? О, нихуя. Сколько ему крутиться нечем. Сколько прекрасного в этой игре, блять, а люди не хотят делать красиво, блять. В итоге получается хуйня. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Я езжаю в стройку. С правой стороны Хукмастер будешь, и там этот Гудгейм, иди тоже к нему, если вдруг мобы пойдут на хилов, поможешь ему там гриппом или оковами, или там. Не поднимайтесь на ступеньки, назад спуститесь, а то босс запустится, блядь, придется вайпаться. Блядь, вот какой пидорас зашел туда? Вы что, сука, не русские, нахуй, или что, вот, блядь, почему вы такие уёбки, блядь, вот вы мне объясните, блядь, дебилы, блядь. Кто туда поднялся, нахуй, ну почему вы такие дебилы, блядь, пиздец. Я диван сдал в пизду, это, блядь, прям долго тут. Как повеселитесь там, нахуй, суманёте я в седых холмах, нахуй. Я тоже сваливал.
Вот тому уёбку, кто туда поднимался, нахуй, запомни, сука, на всю жизнь, нахуй. Сначала добей два моба, блядь, когда спадет бой, потом уже туда можно подниматься, нахуй. Иначе запускается босс. Весь рейд, блядь, вместо того, чтобы уже убить Вальку, нахуй, он будет падать, сейчас резаться, вставать, бежать, сумониться, нахуй. Да, еще пока Валька там подохнет. Короче, пиздец просто, премия Дарвина, нахуй. Muay Thai 0-2, 2-0, нахуй. Или что, или кореш его какой-то. Био и покурим. Пиздуйте, да, био 5 минут и курите 5 минут, блядь. Ну, в смысле, все вместе 5 минут. 2,5 био, 2,5 курим, нахуй. Все, пизда, блядь. Синтек тебе через...